под названием «Аварийная посадка». Ну что, друг, давай пролетимся, нам нужно на задание. Да, надо. Там как раз уже военные Америки нападают. Да, надо быстрее идти. Ну что, взлетаю? Да, готов. Так стрёмно, вдруг мы упадем. Ну ладно, такого у меня еще никогда не было. Если будет, то впервые. Мы взлетаем. Ай, блин, кто разбил окно камнем? Блин, как было больно. Ну ладно, здесь высадка, нужно высадить, нужно выдвигаться. О нет, я вижу их, они сейчас попробуют нас подбить. Нужно быстрее улетать. Так, вон наша цель. Стреляю! Ай! А нет, мы падаем, помогите! Прием, прием! Мы падаем! САС! Быстрее, помогите нам! Нет! Помогите! Нужно готовиться ко всему. Они могут перейти с минуты на минуту. Первый вертолет подбит. Так, быстрее атакуем их. Нужно быстрее этим воспользоваться. Авария вертолета, часть 2. Все закончилось на том, то, что друг нашего персонажа американского начал стрелять. То есть говорил речь и не успел. И это вторая часть. Так, ну все, в прошлый раз я не успел, теперь я должен успеть. Стреляю, стреляю. Ай, кто там? Вижу. Нужно стрелять. Ай, ай. Да ну. А прошло, мне тоже в базуку попало. Засмотрелся. Стреляю! Вон там они! Ха-ха, мимо. Я все равно очень меткий. Да, не меткий он. Я еще жив. Я могу выстрелить базукой. Точно, гениально. Что? Это что? Какие-то естественные силы? Стреляю! Да ну!
Как они вообще по мне попали? Это же было практически незаметно и невозможно. На 70% было нормально. Как же больно. Ну все, надо вставать. Да ну. Ух. Стреляю. Ай, по мне попал ты. Атакуй. И стреляй. И все будет нормально. По мне вы не попали. Но видно, что надо было попадать. По ногам вы попали. Аплодисменты. Так, стоп. Надо отстреливаться. Да ну. Я единственный, кто остался в живых. Надо что-то делать. Надо вставать. Да ну. Быстрее. Разряжаюсь. Опять попал. Ай, и по мне тоже по груди. Что у меня есть базука? Блин, опять патроны кончились. Придется действовать. Прыгаем! Уже прыгнуть на траву, так будет не совсем больно. Вот так вот. Тихо. Уходи, уходи. Ты мне мешаешь. Ты мешаешь мне обзору. Он должен был меня заметить. А, ты еще жив? Да, что еще? Короче, все так. Ах ты. На. Что ж, меня уже учили по такому. На. Руки вверх, иначе. Не, не страшно, ничего такое. Я уже умею драться. На. На тебе локтем. На тебе вот так вот. На. Я тебе пыну. На. Вот так вот. Вот так. Мы выиграли!